В Екатеринбурге, в самом-самом центре уральской столицы, в торговом центре «Мытный двор», что на 8 марта 8D, официально и торжественно, с перерезанием красной ленты, открылся волонтерский центр Алексея Вихарева, депутата городской думы и лидера фракции партии власти. Пока в этом центре трудится сотня волонтеров, но их число постоянно растет. Вопросы они решают, ну, самые разные. Отправляют гуманитарку нашим воинам на фронт, помогают больницам и школам, поддерживают пенсионеров и малоимущих, помогают людям в сложной жизненной ситуации, проводят субботники и экологические акции, ну и далее по списку. На Уралмаше у депутата Алексея Вихарева есть своя приемная. Так вот, в нее за год обращаются за помощью 3500 человек. Депутат решил расширить поле своей помощи и открыл свой именной волонтерский центр в самом сердце Екатеринбурга. Почему возникла мысль открыть волонтерский центр именно в центре города? Во-первых, недалеко от метро, в шаговой доступности находится. Во-вторых, центральная часть города – это все-таки люди, которые тоже нуждаются в поддержке. И вот если, допустим, у них возникает вопрос, не обязательно же им нужно ехать на Уралмаш. И многие в личном общении жаловались, что вот онлайн-прием – это, конечно, хорошо, но было бы лучше, если бы был бы офис, например, в центре. Я вот тут недалеко работаю, мне было бы удобнее в обеденный перерыв к вам прийти и задать те вопросы, которые у меня есть. В одном месте можно работать как обучающий центр, собирать гуманитарную помощь. В другой части нашего центра будут работать юристы, психологи, квалифицированные специалисты, которые будут работать с гражданами, с избирателями, будут им подсказывать и координировать их. Волонтерский центр будет работать 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу, с 10 часов до 6 вечера. Наверное, без перерыва на обед, всегда один человек будет оставаться на приеме граждан. Поэтому приходите, будем рады помочь каждому.